Наблюдайте, Петер сдвинулся с места или нет? Ну кто-нибудь зацепить Олен. Трезвый куда лучше. Да. Где там сел? Да, да. Ну, что там? А чуть-чуть. Где ты сел? Что там сел? Он где-то сейчас тут башенка. Вот такой рейд охуенный. Где арта твоя мать? Он что, прямо на полосу вышел? А, нет, танк, он там где-то справа подошел, я не знаю. Справа, не да? Видел. Говорят, со стороны самолета вышел и еще один был там. Походу. Да, там два, один прикрывал, видать, его, один херачил. Техническое отверстие после попадания осколка. Так открывать не надо, да? Вытрусил. А на втором этаже, если поднимемся, там где дед с ПТРД сидел. Да, там вообще. Там стенку расшивили, малёка. Нехорошие. Редиски. Что за люди? На чем мы летать будем? Да все нормально. Правильно, Антон? Видимо, повреждений нет.
теперь порядок наводить надо. Стол жалко. А? Стол со сгущенкой стол, жалко. А потом он тут туман был, понимаешь? И вот наверное он сюда подъехал поближе, потому что тут туман стоял. Ну да, он тут тоже. Я стрелял в эту, ну, вот в это вот, куда там. Она, я говорю, даже вспышки не было, взрыв был, а вспышки не было там впереди, потому что там туман. Ну он же нас видел так же самое, как и мы его. Вот так наугад стрелял примерно сюда. Ну да, ну. Если бы он нормально целился, он бы там дырку а не сделал. А то что еще говорит? Пониже. Не знаю, он телематор же. Звук, когда только заходит. Пехоту покосили, видно. Они сразу, алло, давайте танки. И пошли танки. Вот это снаряды от танка. Это то, что прилетает в нашу сторону. А вот это что может произойти, если попадет куда-нибудь? Когда-то была фляга. Это да. Так она разорвала вон на мелкие. А давай вот еще на мелкие. То, что осталось крупной частью. Мелочь вся подлетелась. Разорвала вообще в хлам. А была целая вот такая, вот такого плана. Трапа даже не осталось. Здесь что? Такая же. Ну да, вот уже на осколки, по идее, и полетели. Ну. Давай, здесь скорость на мир. Я знаю, блядь, можешь мне объезжать, надо я же. Это ж, блядь, не УАЗик, там не проходит, понял? Эй, аккуратно.